Меня зовут Андрей Звягинцев, я кинорежиссер. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными — это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем.